Научно-образовательный фонд имени академика Шахмардана Есенова. Шахмардан Есенов – выдающийся геолог, теоретик и популяризатор науки. В 2017 году в Казахстане отмечают его 90-летие. В 2013 году потомок академика-бизнесмен Галымжан Есенов инициировал создание научно-образовательного фонда. Миссия фонда – развитие интеллектуального потенциала Казахстана. Фонд осуществляет ее через серию программ. Программа английского языка проходила в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга. За это время уровень языка значительно повысило 256 студентов и преподавателей. В 2017 году программа начинается в Кызылординском государственном университете имени Коркыт-Ата. Бюджет программы научных стажировок в лучших лабораториях мира за 4 года составил порядка 80 миллионов тенге. Участниками программы уже стали 39 казахстанских студентов из разных городов страны. Программа стажировки в IT-стартапах США предоставила ее бенефициарам возможность получить колоссальный опыт за 6 месяцев американской стажировки. С помощью программы проездных грантов казахстанцы участвуют в работе научных конференций, симпозиумов, представляют свои научные работы и делятся опытом с иностранными коллегами. Именная стипендия Шахмардана Есенова вручается с 2013 года. Начав с 5 студентов в КазНИТУ, в 2017 году она вручается уже 20 лучшим студентам, изучающим геологические специальности в разных вузах Казахстана. За время проведения гостевых лекций с ведущими профессионалами в своих сферах в есеновских чтениях выступило 16 спикеров. Их прослушало около 2000 студентов и преподавателей из 8 университетов страны. Фонд спонсирует многие проекты Казахстанской шахматной федерации. Крупнейшим турниром региона стал Кубок Евразии президента Казахстана. Планируется, что в этом году шахматисты страны при поддержке фонда смогут участвовать в 20 международных турнирах. Самые важные из благотворительных проектов фонда – летний спортивный лагерь Special Olympics и ежегодная новогодняя акция «Елка желаний». Фонд является учредителем «Алматы-марафона». С каждым годом в этом самом крупном марафоне Центральной Азии принимает участие все больше любителей бега. Программы фонда идут в ногу со временем, расширяются географически и содержательно. Стать участником программ и партнерами фонда можете и вы. Присоединяйтесь к научно-образовательным проектам фонда имени академика Шахмардана Есенова.